Правильно, все готово, наконец-таки. Подобных Arnage Tea Mulliner было выпущено не так много. Все, что мы заказывали, шло там как будто, не знаю, через экватор на ишаках, на верблюдах. Кстати, Мишины машины, хотите посмотреть бэху? Мы привезли их из Японии в Дубай, из Дубая в Армению, из Армении в Актау, из Актау сюда в Алматы. Из Бентли кабриолет, там, давай что-нибудь с ним сделаем. А если нужны свадьбы, сопровождение, трансферы, аэропорт, поедем удивлять город. Друзья, чудеса случаются. Михаил вернулся из своих командировок. А значит, мы наконец-то сделали тот самый Bentley Arnage. Долгожданный, да, максимально. Все готово, наконец-таки. Михаил, что мы делали, Миш? На данный момент, ну, все уже готово. Все. Мы починили... просто садишься и едешь. Починили корму автомобиля, покрасили пол автомобиля, восстановили бампер, сделали ходовую часть. Энергетически его сделали, восстановили полностью. Починили салон. Все сделали, да. Ходовку, ходовую, технический, эстетический, интерьер, экстерьер. Все сделали полностью. Все. Карбюратор, инжектор, компрессор. Арнаж. Ну, ты знаешь, он невероятно смотрится. И я тебе очень благодарен. Это титанический труд восстановить именно подобный Bentley. То есть, когда восстанавливается там какой-нибудь Flying Spur или Continental GT, это Volkswagen. Не проблема. А восстановить настоящий Bentley, это настоящий Bentley, последний... Из Магикана. Последний из Магикан, да. Даже уже Мульзан немножко был такой. Поэтому это, ну, дорогого стоит, и это большой профессионализм команды Марк. На самом деле это проблема, да, реально была. То есть, особенно вот в последнее время, мы все запчасти ждали очень долго. Все, что мы заказывали, шло там как будто, не знаю, через экватор на ишаках, на верблюдах, на всем, чем можно было. Но приходило в итоге, все сделали, все готово, все нормально. Друзья, если вам понравился лук нашего автомобиля, обязательно, или как сейчас принято говорить, outfit, да, нашего автомобиля, пишите в комментариях, потому что мне кажется, ну, он безумно дерзкий. Ну, такой. Чуть не хуже нового Rolls-Royce, на котором мы приехали. Ну, просто бомба. Да, но Rolls-Royce — это просто у тебя есть деньги. Да. А это у тебя есть вкус. А, кстати, я сюда пришел, он включает трек на телефоне. Я хотел пошутить. Включи. Да. Но оказывается, я на свет был на концерте вот этого человека, персонажа, которого он слушает. Да, мы все мужчины не растем. Мы любим игрушки. Да, и как принято там говорить, что растет лишь их стоимость. Ну и на самом деле растет профессионализм, с которым можно следить за подобными автомобилями. Правильно? К счастью. Сейчас это абсолютно коллекционный экземпляр. Подобных Arnage Tea Mulliner было выпущено не так много. По-моему, даже 500 машин не было. И дожили до сегодняшнего дня там в разы меньше. Да? Да, может, и не дожили бы, если бы я не знал Мишу, то вот этот автомобиль где-нибудь бы и закончил свой путь. Друзья, ну, мы свой путь начинаем. Так, багажник, как у нас? Помнишь, проблемы были? Да, четко. Красота. Это твое, кстати, было, ты знаешь, да? На этой волне давно, да? Collaborations, да. Не нормативно, здесь другое, не нормативно. Раньше я нормальную музыку слушал, понимаешь? Ну, ты понял, да, внутри что лежит, вот так? Шаде? Ну, шаде – это тема. Да, тема, конечно. Миш, давай на этом закончим. Давай на этом сделаем какую-то рекламу. Наши отношения, давай на этом закончим. Давай вот сделаем какую-то рекламу, да, потому что я Мишу достал уже. Я ему еще говорю, давай, у меня есть Bentley кабриолет, там, давай что-нибудь с ним сделаем. Давай, реклама чего? Рекламу Marshall. Вот, могут люди, у которых есть подобные автомобили, обращаться к вам, чтобы вы их восстановили? Или это все-таки... Нет, это не точечный момент, надо обращаться, да. То есть у кого-то 126, у кого-то 140, у кого-то 124, у кого-то BMW 34 и так далее. Могут ли они? Да, любой автомобиль будем с душой относиться, восстанавливать как свои, как мои, которые здесь также делал у себя. Феррари, Ламборгини. Кстати, Мишины машины, хотите посмотреть бэху? Миша говорит, сейчас времена непростые, езжу на машине без крыши, пью, говорит, старое вино, плесневелый сыр. Ты где такие идеальные машины? Ты видел салон? Видел. Да? Я не видел ни разу. Посмотри, какой идеальный. Какого года? Кстати, ты понял, это родные сиденья, ничего с ними не делали. Прям родные, да, родные. Да, все родные. Руль, все, ничего не трогалось, ничего не пришивалось. Да, знакомые такие пружинистые диваны. Ну, этот, ну, электро, да, понял, да? Подогревают все. Ты понял, у них двигается полностью все сиденье? Друзья, бомба, если у кого-то есть тоже 126 и вы продаете, пишите нам. Потому что, по-моему, сейчас правило хорошего тона иметь у себя в гараже там 126-й купе, ну, либо седан.
Идеальнейшее состояние. Ты не продаешь? Все продается. За сколько? Обсудим. Не знаю. Не, вообще не продаю. Оффера нет. Оффера нет, но встречный оффер никто не отменял. Где ты нашел такую красотку? Короче, есть история на самом деле. Я забрал 5 машин. 126, E30, 968 Porsche и Z1. Там стоит, да, по-моему, 960? Да, там стоит, просто они еще не в таком состоянии, чтобы их показывать, да. И мы их, чтобы привезти сюда, как ты знаешь, машину, чтобы завести в Казахстан, нужно резать, конструктор делать из него. Мы привезли их из Японии в Дубай, из Дубая в Армению, из Армении в Актау, из Актау сюда в Алматы. То есть логистика была просто космическая. Так получилось, но в итоге мы вот 5 машин, там пятую не буду пока называть, мы привезли вот таким крюком, чтобы не разбирались они. Обалдеть. И, ну, я таких не видел в Алмате. Не, есть, по-моему. Ну, вот в таком состоянии. Да, на ней 60 тысяч пробег, родной, крашеных деталей нет. Продается? Ну, тоже не продается, но я бы продал, знаешь, как продал? Я скажу как, я продал бы все. Вот. Разом, да. 4 старые, семерка еще старая, там, москвичи, арножи, все, за раз. Мне кто-то пришел и говорит, вот, Женельдык, Кирек. Я сделал скидку и отдал, понимаешь? Красавчик, бро, красавчик. Есть еще что посмотреть интересное? Да, в принципе, ничего не интересного. Как будет, интересно покажешь. Все, бро, Рахмет, еще раз. Поедем удивлять город. На концерт, в следующий раз, когда у него будет, мы с тобой поедем на его концерт. Яник, напиши нам. Яник? Ты даже... Сейчас. Да подожди, вообще Яникс, сейчас. Да, ну... Окей. Ну, мы старые люди. Я думал Яникс. Я ТикТок Киткатом называл, подожди. Яникс. Можем на двух арнажах двигаться, да? Да, если нужны свадьбы, сопровождение, трансферы, аэропорт. На мне были конверсы, я хотел снять их. У нее был такой фетиш, она сказала, оставь их. Девочек так много, я не успеваю отвечать им. Еду с Катей на пулпати, звоню Наде. Хочешь с нами, кстати, приготовь лед.